Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Джуз. И сегодня мы с вами посмотрим на эволюцию гигантского червяка-монстра, который пожирает миры. Смотрите, пока что я малютка, да, но скоро я, наверное, подниму уровень, и у меня будет какая-то новая эволюция. О, я даже ядро планеты скушал. Ничего себе! Так, мы можем... Ой, а куда я... Куда я полетел? Или это уровень закончен? Так, я его на одну звездочку только прошел. Так, мы летим на какую-то новую планету. Оба-на, приземлились. И мне надо съесть машину. О, здесь и людишки есть. Обалдеть, так кушаем машины. Так, опа-на, съедаем все машины. Опа. А, смотрите, на каждой планете у меня есть задание, которое нужно проходить. То есть, на этой планете у меня было задание собрать машины, съесть как можно больше машин. В этом я не знаю, а ваше задание, ребята, поставить лайк под видео и подписаться на канал. Да еще и на колокольчик нажать, тогда не пропустим новых крутых видосов. О, я здесь тоже выполнил задание и лечу на следующее. А ты уже выполнил? Лайк поставил? Красава. А я лечу к следующей планете Джарнис. Так, и что же нас здесь ждет? О, здесь есть солдаты, ребята. Надо кушать солдатов. Ой-ой-ой, у меня еще здоровье может кончаться, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Съедаем. Все. Сейчас всех скушаем. Так, где еще солдаты? Где? О, я, кажется... Ну, я не всех солдатов успел съесть. Но парочку я за бочок укусил, да. Летим на следующую планету. У меня здесь коины, левел 1.5. Так, здесь тоже у нас солдаты. Да, тоже солдаты. Вот, смотрите. Ням, съедаем солдата. Есть. Здесь солдат съеден. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Здесь тоже всех съедаем. Так, вот солдаты. Ай, ай-яй-яй, давай. Я должен здесь... урона много, но я не съел. Ладно. Меня все равно здесь чуть не подстрелили. Солдаты вонючие. Так, ладно. Теперь мы летим на следующую планету. Мы просто космические черви, которые поедают здесь все на своем пути. Так, опять здесь солдаты, да? Опять солдаты. Так, давай попробуем всех покушать. Так, давай, едим. Съедаем планеты. Так, дома, все поедаем. Так, кружочек мы сделали. Так, здесь тоже разрушение почти что у нас максимального уровня. Так, это что, это машины? Нет, здесь солдатов я не вижу. Здесь есть солдат, давай. Ням, есть, съели солдат. Всего лишь одного солдата, и меня отправляют на другую планету. Видимо, у меня просто время закончилось, а надо это делать все по максимум скорости. Так, здесь у меня нет никаких новых заданий, мы просто дальше поедаем все. Ну, давай, будем кушать. Так, оба-на! Съедаем всех солдат, так, давай. Да, а. Они так-то просто управлять этим червяком. Есть, съели солдатика. Так, где еще? Еще, смотрите. Ням, давай. Мало здоровья. Так, я сейчас погибну же. Вы чего, ребята? Так, я умер. Здесь можно действительно умереть. Ладно, я погиб. Смотрите, мы можем здесь прокачать. Так, прокачиваем. Теперь я могу пуляться кислотой. Серьезно? Вау. Так, может быть, мы можем еще здесь что-то прокачать. Так, крылышки могу добавить. Крылышки! А это что это такое? 300 это у меня броня и 160 у меня ботинки какие-то. Ну давай, прокачали ботиночки. Так, хорошо, ботиночки на червячка. Ладно, идем дальше. Так, давай, проходим. Куда мне идти? Мне надо идти. Седьмая планета у нас. Гоу, отправляемся. О, смотрите, вот наша эволюция уже прошла. Так, есть. Я могу как-то кислотой плеваться. Всех заплюю кислотой. Всех заплюю. У меня еще такие малютки крылышки, как будто у курочки. Так, заплевываем. Все так. Ну-ка, я могу вот так. Тихо, ты чё? Есть, я смог съесть здесь всех врагов. Всех еще заплевать. Ну-ка, давай, летим. И сразу плюемся. Давай, получится так. Плюемся. Так, нет. О, здесь у нас турбосвины какие-то есть. Ничего себе. Так, ну-ка, давай попробуем. Бахнули одного турбосвинчика. Так, опа-на. Поедаем турбосвинчик. Ну, получай, есть. Заплевали мы его. Еще турбосвинчик, на, есть.
Тоже его уничтожили. Так, видимо, здесь еще есть какой-то турбосвинчик. Так, нет, все, двоих только. А, троих получается. Почему две звезды мне дали, ребята? Кто знает, кто расскажет. Я не знаю, у меня там глаз у червяка моего дергается. Так, новый мир. Заплевываем всех злодеев. Бам-бам-бам. Турбосвинчик, я знаю, что мне надо тебя уничтожать. Есть, уничтожили. Так, дальше всех едим и уничтожаем. Турбосвинчик, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Опа-на, возвращаемся. О, еще один. Еще один, еще один. Так, мне надо туда, к турбосвинчику. Так, давай, да ползи ты уже. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай, бам, есть. Может быть, гемасик надо собрать? Давай попробуем. Я сейчас умру, я сейчас умру, я сейчас умру. Кушаем, кушаем, кушаем. О, чуть не погиб, ребята. Надо быстро это все делать. Короче, мне надо разрушать. Тогда я смогу выживать. То есть, если я просто по земле катаюсь, то моя жизнь быстро заканчивается. Обалдеть. Да, уже это неожиданно, неожиданно. Так, опа-на, смотри. Вот так турбосвинчик получает. Так, есть, вот. Я ломаю всякие построечки, у меня здоровье восстанавливается. О, за мной ракета летит. Это турбосвинчики пускают, ничего себе. Вот это они жесткие, ребят. Вон они стреляют. Жесть, я уже там в космос улетел. Они до сих пор по мне шмаляют. Обалдеть. Так, мы на 11-й планете, ребята. 11-я планета уже. Так, ой, у нас здесь еще какие-то странные ребята. Так, сражаемся со всеми, всех уничтожаем. Так, надо максимальное количество разрушений сделать. Так, попробуем кристаллик собрать, давай попробуем. Так, собираем, собираем. Есть, кристаллик собрали. Идем дальше уничтожать. Опа, заплевываем еще всех, продолжаем. Тюм-тюм-тюм-тюм. Так, надо, наверное, еще броню себе прокачать нашему червячку. Это будет полезно, я думаю, потому что урон по нам проходит такой знатный вообще. Так, на. О, смотрите, я какой-то защитный барьер собрал. Обалдеть, что это такое? Новые технологии. А, хотя, наверное, на баночку нажал. На скляночку, понятно. И поэтому у меня сейчас действует на мне защитный эффект. Надолго ли он продлится, я, конечно, не знаю. О, у нас здесь есть лазеры. Так, со спутника по мне сейчас будут стрелять. Оба-на, где этот спутник? Я тебя поймаю. Так, заплеваем спутник. А-а-а, лазер! С лазера вообще эта планета меня уничтожает в считанные секунды, ребята. Так что срочно мне надо прокачать защиту свою. Так, давай мы попробуем прокачать еще плевательницу. Так, оба-на. Так, подожди. Я могу новую плевательницу прокачать. Во. Так, ага, вот оно как. Я могу прокачать свою броню, а могу следующий уровень брони взять. Ага, вот оно как работает. Понятно. Ну давай, мы взяли новую плевательницу. Сейчас будем плевать вообще за всех. Так, понятно. Вот, все, давай, на, получайте, засранцы. Теперь у меня много моей кислоты. Сейчас всех оплю. Так, лазером опять стреляешь, да, засранец? Так, а, на, получай лазером. О, а! Вообще жесть, меня уничтожают. Возвращаемся. Надо теперь делать это все максимально аккуратно. Так. Турбосвин, на, получай, получай, получай. Лазер, надо, либо, короче, уклоняться от лазера надо. Я думаю, надо от него уклоняться, потому что иначе мы ничего не сможем сделать. Так, он поедает меня, так, и я поедаю их, короче. Надо максимальное разрушение сделать и не попадаться под спутниковый лазер. Все, я понял, сейчас мы пройдем этот уровень, так. Давай, максимальное разрушение делаем. Дэмч, оба-на, спрятались. Здесь тоже мы разрушим все. Так, теперь сюда как-то надо. Так, не-не-не, нет, лазер. Фух, успел выбраться с этой планеты в последнюю секундочку. И теперь опять мы выбираемся отсюда. Ох, 13-я планета. Жесть, здесь же тоже у нас будут всякие лазеры. А чем дальше мы идем, тем их будет все больше и больше. Не-не-нет, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Фух, мы перебрались на другую сторону планеты. А потом будет по-любому два спутника, да? И как тогда быть? Как тогда мне выживать? Так, давай кушаем кристалл. Давай. Кристаллик, кристаллик. Есть, сломаем кристаллик. И все, переходим сюда. Поедаем, поедаем, поедаем. Максимально разрушение делаем. Так. Сейчас меня взорвут же. Сейчас взорвут. Надо быстро-быстро делать разрушение. Быстро. Нет, сейчас лазером меня еще ударят. Так, а где? Где? Фух, я что-то разломал. Что-то разломал, ребята. Я отрегенился, хоть чуть-чуть. Лазер меня уничтожил, я его не заметил. Он меня прикончил в считанные секундочки.
Может быть, прокачать на новые крылышки надо? Давай попробуем прокачать. Так, смотрите. Оба, я могу теперь пикировать каким-то образом. Надо проверить эти способности. Смотрите, у меня теперь крылышки, как у пчелочки. Так, летим сюда. Мяу. А как мне... Как-то надо пикировать, короче. Смотрите, я могу вот так вот делать. Оба! Но я не понял, короче. Вот так вот. Летим. И вроде надо... А, вот так, скорее всего. Подожди, вот. Вот так? Нет? Нет, я не понимаю. Короче, как-то... О-о-о, меня расстреляли. Я не понимаю, как работать крылышками. Это очень странно. Как-то надо подняться и спуститься. Типа вот так мы поднимаемся. А, лазер! Я понял. Может быть, надо вот так вот залететь и вот сюда указать. Оба! Нет, не так. Опять лазер. Да ты что, гонишь, что ли? Чего у тебя так много? Так, давай, взлетаем. Полетели. Но надо, короче, всех еще там... Да жесть, ребята, меня просто уничтожают вообще за считанные секунды. Ну что, давайте я предложу вам так. Если эта игра вам зайдет, то пишите в комментариях, лайки ставьте. И обязательно выйдет продолжение. Ну там, когда будет на этом видео где-то 500 лайков, например, я сделаю продолжение. Так что все зависит от тебя. На этом все, не болей, не скучай. Пока-пока.